«Звездном дите», по мнению главного героя, во всем виноват батя. Во-первых, он их случайно с сестрой на свет произвел. А во-вторых, когда мамаша-залетница адрес ему слила, вообще решил от нее избавиться. Но самое главное для ГГ — перевернуть там все вверх дном, найти и наказать. Вот этого неизвестного папашу. Но для этого нужно понимать, кто он и как он выглядит. И вот за это сейчас поясню. Зовут его Камики Хикару. Был участником театра «Ла-ла-лай» и там же повстречал будущую мамашу. И на тот момент ему было 15 лет, хотя Ай было уже 16. Он, кстати, с самого начала по милфочкам, ведь первые отношения у него были в 11 и тоже с исходом в виде ребеночка. Возможно, это и был главный травмирующий опыт в его жизни, а возможно и нет, но факт в том, что у бати тоже звезды в глазах. Целых две, правда, они всегда черные. Что значит, что им уже очень давно повелевают самые темные чувства человека. Хотя это и так понятно. На момент аниме он крайне внешкой напоминает близнецов, ушел из Ла-ла-лая и основал свою собственную компанию, и является президентом Камики Продакшн.